Господа, а знаете сегодня какая дата? Прекрасная. Сегодня юбилей. Сегодня 9 июня. И сегодня годовщина свадьбы у нас. А нет, шучу, не эту дату мы справляем однозначно. Конечно же, на фоне меня находится улица Комарова. И сегодня 9 июня, последний день, когда ее должны были отремонтировать по соглашению. Так давайте посмотрим, что осталось сделать за один день компании ПИК по соглашению с администрацией. А сделать надо все. Все. Непростоявший год улицы развалилась к чертям собачьим в тот же год, когда ее было сделали, положили этот несчастный асфальт. Вопреки всем вангованиям местных специалистов, кричанием СМИ, приезжанием Николая Васильевича Панкова, который неоднократно сам говорил о том, что это надо переделать. И до сих пор в своих речах он везде утверждает о том, что молодцы, все добились соглашения. Вот здесь вот подрядчик переделает. Ну, как мы помним, в прошлом году вот эта замечательная улица унесла много колес. И уже по зиме и весне этого года просто сотни колес наших автомобилистов. И как говорил сам глава района, что и его друг здесь тоже оставил дорогостоящую резину. А может, не очень дорогостоящую. Но суть бы не в этом. Буквально недавно на последней планерке глава района сказал, что эта улица будет отремонтирована с 5 по 10 июня. Отступать дальше некуда. И вот сегодня 9 июня. Остался один день у команды профессионалов из фирмы ПИК, чтобы все это содрать и снова закатать хотя бы в один слой, который, я больше чем уверен, развалится снова на следующий год. Но да ладно. Как видим, работы ни к чему не приступают. А обещаниями наши балаковские автомобилисты сыты не будут. Прошлые годы обещания сводились к тому, что непогода. Уже в осень ушли, да, и работы проводить нельзя. Потом достигнуто соглашение. Потом наступила весна. А дыры как лежали, так и лежат, пожирая нашу резину вместе с подвеской. Ну, что сказать? Слово надо держать.